Добрый день, уважаемые коллеги. В этой лекции мы поговорим про основания освобождения от ответственности за нарушение обязательств, обсудим оговорки об ответственности, об ограничении этой ответственности, обсудим непреодолимую силу ее соотношения со случаем и обсудим отношения должника и кредитора в ситуации наступления обстоятельств непреодолимой силы и отдельно посвятим несколько слов праву на отказ сторон от договора в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы. Смотрите все это на видеоконсультанта.